Глиттерные губы. Подписывайся на канал, ставь лайк, а мы начинаем. Там тарарам там. Упс. Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня долгожданное видео по вашим запросам. Сегодня я покажу, как я делаю свои глиттерные губы. Ставь лайк, подписывайся на канал, и мы начинаем. Итак, я буду использовать помады от NYX. Если ты еще не смотрела Swatch видео про эти помады, переходи вот здесь вот по ссылочке и смотри. Мне очень комфортно с этой помадой, с блестками. Я их практически не чувствую. Губы увлажненные. Очень приятно и комфортно. И не знаю, ничего не стягивает, не сушит, не мешает. Короче, мне нравится. Обязательно напиши в комментариях, какие губы тебе понравились. We'll be right back.
таких блестках, конечно, комфортней, но и с этими тоже хорошо, красиво.